Новое правительство Греции привели к присяге. Церемония прошла в президентском дворце в Афинах. В ней принял участие архиепископ Афинский и всей Греции. По традиции министры поклялись служить интересам народа. Состав нового Кабмина почти не изменился. Ципрос оставил на своих постах ключевых министров, которые работали с ним после первой победы партии Сириза на выборах в январе. Сохранили свои должности вице-премьер, министр финансов, иностранных дел и обороны. Лишь несколько ведомств были преобразованы и получили новых руководителей. Новому Кабмину придется работать в сложных условиях. Предстоит реализовать 65 проектов реформ, предписанных международными кредиторами.